Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров занял 5-ю позицию в рейтинге упоминаемости в СМИ ректоров вузов России. Всего за этот месяц было 51 упоминание его имени в СМИ. Рейтинг был составлен фондом «Петербургская политика» совместно с экспертной сетью «Давыдов Индекс» за июнь 2020 года. В данный рейтинг входит 50 руководителей высших учебных заведений. Первую позицию в нем занимает ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров в июне 2020 года вел активную образовательную социально-экономическую деятельность. КФУ стал одним из первых вузов страны, который в кратчайшие сроки предпринял серьезные меры по поддержке учащихся во время коронавирусной инфекции. Благодаря поручению Ильшата Гафурова с апреля по июнь 2020 года включительно студентам активно оказывалась поддержка в виде продуктовых наборов. Также 5-я строчка в рейтинге обусловлена тем, что Казанский федеральный университет вошел в топ-15 российских вузов в рейтинге лучших вузов планеты по версии британской компании Куакарелли Саймонс. С участием ректора КФУ был организован и проведен 6-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2020, который вызвал огромный интерес в мире. Форум прошел в онлайн-формате на площадке Microsoft Teams. В нем приняли участие более 900 участников из 30 стран мира. 5 июня ректор КФУ Ильшат Гафуров совершил обход Центра цифровых трансформаций, в рамках которого осмотрел новую площадку, расположенную на цокольном этаже здания Института управления экономики и финансов. Именно здесь сосредоточено большинство проектов по цифровизации. 20 июня в преддверии празднования Дня медицинского работника президент Республики Татарстан Рустам Миниханов в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова посетил новый стационарный блок научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, который является передовым медицинским учреждением в Приволжском федеральном округе. Июнь был богат на конференции, мероприятия и форумы. И это далеко не полный перечень событий, в которых принимал активное участие ректор КФУ Ильшат Гафуров в этот период. Эльвира Зорина, Универньюз.